своей бывшей команды. Отметится или голом, или результативной передачей. Ну и Дамата использует пену для бритья. Ну, осталось, наверное, после утра, тому как сам-то он очень даже гладко выбрит. Ну и Погба. Да, здесь много претендентов на исполнение этого стандарта. Бонуччи, по-моему, тоже здесь затесался. Вот он. Да, ну, судя по всему, из этой позиции именно Бонуччи таким прямым ударом на силу исполнять штрафной будет. Перемудрили. Понятно, была заготовка. И здесь контратака Коне. И это подкат.